Самым первым моим местом работы было Smooth Home Destroy 4. Так получилось, я начал работать как строитель, но это было больше от отца, но он мне тоже строитель, он мне пытался показать, попробуй, если не получится, пойдешь в другое. Я нашел себя в техническом направлении, получил несколько образований как технических, два и финансовое одно. Уже больше чем полтора года занимаюсь вопросами дорог в городе, дорог в области, изучал вопрос глубоко, широко, и в конце концов пришел уже к пониманию, что, наверное, дошел до той ручки, когда хватит контролировать, надо пробовать своими силами менять ситуацию. Видение, почему я имею опыт управления и был заступником начальника Южного центра информационной безопасности в банке, имею опыт с коллективом, имею, как был ведущий проектов, то есть ставить проект, разрабатывать его, начинать, доводить до конца, до провачивания. Дороги, потому что это мое уже, так сказать, моя тема. Не первый год, который заразил много людей в городе и которым не безразлично, почему у нас так, как изменить, что необходимо, чтобы у нас были дороги, которым мы завидовали, или те дороги, которые у нас вспоминают, выехав за рубеж, и всегда рассказывают, вот знаете, какие у нас дороги. Я хочу, чтобы в Николаеве были такие дороги, про которые говорят. В принципе, могу перейти уже к презентации.